На сегодняшних выборах рекордно много избирателей на дому и в стационарах. Большая часть лечится от коронавируса. Поэтому члены комиссии вместе с урнами отправляются в провизорные центры и по квартирам. Это у нас идет в областной маслихат. Это идет у нас мажлис парламента. Это у нас идет городской маслихат. Какую партию выберете, ставите галочку. Ранним утром во всех ковидных стационарах Караганды установили урны. Там чуть больше 300 избирателей. В инфекционную больницу заходит лишь один член избиркома. Его переодевают в противочумный костюм, выдают маску и антисептик. Среди избирателей – пожилые, пациенты с высокой температурой и слабостью. Некоторым голосовать приходится, не вставая с кровати. В остальном придерживаются общих правил. В красную зону больниц бюллетени заносят сами медики. После голосования урну обеззараживают дезинфицирующим средством и ультрафиолетом. В стационарах Тараза порядка 400 больных коронавирусом. Медики говорят, что даже среди тяжелых пациентов нашлись те, кто захотел проголосовать. У нас на данный момент находится 8 тяжелобольных, которые в реанимации, именно которые находятся в этом вспомогательном кислородной поддержке. Они также будут голосовать именно у постели больного. Будет комиссия сама будет обходить, а также именно будем контролировать голосование.